Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня нарисуем, наверное, последний осенний дизайн в этом году. На ноготке первый слой фона уже просох. Наношу второй слой. На палитру ставлю каплю черного гель-лака. Наношу черный гель-лак на ноготок произвольно. Затемняю, например, низ, верх и немного посередине. Размываю топом. Увидела идею в интернете, и мне она очень понравилась. Теперь мне нужен оранжевый и немного красного. Рисую кленовый лист. Мне удобнее рисовать сначала прожилки, и теперь соединяю листик, обрисовывая прожилки. Дублирую цвет на листьях. Черным гель-лаком рисую ствол. Соединяю веточкой лист со стволом. Рисую прожилки. Также черным гель-лаком делаю тень под листьями. Размываю топом. Теперь понадобится белый гель-лак. Обрисовываю лист по контуру. Размываю белую прорисовку топом. Получается, как будто лист обледенел. Белым гель-лаком дублирую прожилки. Уберу немного гель-лак, не нравится мне, что много материала получилось. Перекрываю дизайн топом. Белым гель-лаком еще раз тоненько прорисовываю дизайн.
посыпаю микроблеском. Вот такая красота получилась. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Если есть вопросы, жду их в комментариях. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. Всего доброго, хорошего дня!